Над европейской территорией России установился обширный антициклон. В ближайшую неделю, до четверга, нижегородцев будет ожидать жаркая погода, обещают синоптики. Температурный фон будет превышать обычные значения на 2-5 градусов. Жара в дневные часы никуда не денется – 30-32 градуса. Ночью температура воздуха опустится до 15-19 градусов. Температура воды составит 25 градусов. В связи с продолжительным периодом сухой и жаркой погоды в лесах области установилась высокая, а местами даже чрезвычайная пожароопасность. Будьте внимательны.